лировидные. Можно играть вообще-то разными. Мы точно не знаем, как играли. Можем защипывать струнки отдельно. Можем защипывать несколько струн, будут звучать аккорды. Можем играть бряцами. Вот чтобы бряцами мы играли, глушим струны. Для этого пальчики промеж струн засовываем, кидаем три пальчика вверх, три струны молчат. Три играют. Потом пальчики вниз. Можем играть парочкой, значит, будут звучать у нас три мажорных аккорда. Вот, ну, аналог славиши, скажем так, размер примерно такой, но струн больше на одну, 6, а не 5, как у славиши. Вот, ну, лировидный. Ну и не чистая реконструкция, колки металлические, и струны, естественно, тоже металлические. А вот реконструкции, которые у Поветкиного, они... Ну, там деревянные колки, там, скорее всего... Жильные струны, да. Ну, там ребята работают конкретно с реконструкцией.